Вітаю вас, друзі. Ми працюємо в прямому ефірі. Це вас хвилює. І сьогодні ми з вами будемо хвилюватись про споконвічну проблему. Педагогіка – це мистецтво чи наука? Розв'язати це питання нам допоможе доктор педагогічних наук, доцент кафедри культурно-дозвілєвої діяльності Університету культури Віктор Мозговий. Виктор Леонидович, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо большое, что вы нашли время приехать к нам в студию. Очень почетно, телезрители, я подчеркиваю, очень почетно сидеть рядом с доктором педагогических наук. И учитывая, что педагогика – это некая такая область науки, культуры, в общем, непонятно чего, то с кем можно поговорить о педагогике, как не с доктором педагогических наук? Виктор Леонидович, будьте добры, прежде чем мы будем освещать другие наши вопросы, не менее острые и интересные, и своевременные для сегодняшнего дня, хотелось бы все-таки выяснить. Итак, педагогика – это наука, культура, может быть, еще что-то? Постараюсь ответить. Кратко не получится, потому что ни одно поколение ученых разбивало себе лбы решить эту проблему, но все-таки с позиции как бы действительно практика и теоретика я позволю себе заметить, что это комплекс, который предвидит и искусство как форму, и, естественно, научное знание. Многие педагоги видят как бы в том смысл, что педагогика – это практическая наука, и она связана в большей степени с работой ребенок, студент, взрослые. Некоторые хотят видеть в этом прекрасную составляющую искусства перевоплощения, искусства взаимодействия. Ну, искусство перевоплощения, это вы имеете в виду, когда педагог входит в класс или в аудиторию, он перевоплощается в некоего такого волшебника? Где-то да, где-то в артиста, который должен сыграть, где-то в наставника, где-то в ученого, который вот непосредственно на этом этапе урока или как бы встречи раскроет таинство знаний и всего остального. Константин Дмитриевич Ушинский неоднократно в своих трудах рассматривал позицию, что педагогика – это искусство. Все-таки искусство. Это высокое искусство. Но, опять же, современная теория насыщена достаточно сильными методологическими, теоретическими постулатами, которые дают возможность говорить о педагогике как о науке. Не все, к большому сожалению, признают ее наукой. Все говорят, что вот она не относится, например, к фундаментальным наукам, но я непосредственно как бы утверждаю, что это и практическая, и фундаментальная наука одновременно. Есть работы фундаментальные в педагогике, есть работы прикладные. Виктор Леонидович, но вы являетесь доктором педагогических наук, то есть все-таки педагогика – это в первую очередь наука, а потом уже искусство и так далее, да? Да, но вот как раз я в своей докторской диссертации, когда я защищал, я объединил искусство, режиссуру, театральную и педагогику, и объединил с педагогикой практической, и все-таки пытался решить вот эту вот задачу создания нового фундаментального знания, потому что режиссура педагогического действия, как феномен современной педагогической науки, практически в Украине у нас не рассматривался. Только благодаря инициативе своего наставника, к большому сожалению, сейчас его уже нет, Иван Андреевич Зазюн, в прошлом директор Института педагогического образования и образования взрослых. Он вынашивал эту идею очень долго и, наверное, искал как бы себе ученика, поэтому увидевшие меня и мои работы практически по педагогике и по искусству, он предложил мне эту тему, сказал, что это, возможно, перспективная тема для тебя, и если ты в ней не разберешься, то в ней не разберется никто другой. Но вы разобрались. Я, насколько идет резонанс, вроде бы разобрался. Дальше будет как бы видно, надеюсь, что будут ученики, которые поддержат дальше эту тематику, возьмут, будут развивать, и это станет достаточно хорошим пластом и науки, и искусства, обучения, и детей, и взрослых, всех категорий. Тем более, что учиться никогда не поздно, правда? Безусловно. Виктор Леонидович, есть некий такой термин «педагогическое взаимодействие». Что это такое? Каким должно быть это педагогическое взаимодействие? Будьте добры. Педагог каждый день решает очень много задач. И одна из основных задач – действительно повернуть ребенка, как бы говорят, лицом к знаниям. Еще в 20-х годах прошлого столетия Антон Семенович Макаренко выдвинул постулат, который по сегодняшний день
так и не решился до конца. Он сказал, почему в технических вузах мы изучаем сопротивление материалов, а в педагогических не изучаем сопротивление личности, когда ее воспитывают. Ух ты! И а действительно, почему? Не решена эта проблема по сегодняшний день. Я могу с уверенностью сказать, что за последних 10 лет те докторские и кандидатские работы по педагогике, которые я пересматривал, с которыми я ознакомился, ни одна не приблизилась к решению этой проблемы. Вот в своей как бы работе я пытался решить это, и мне нужны были средства. Средства, какими средствами можно все-таки повернуть учителя к ребенку и ребенка заинтересовать учителем. То есть повернуть их лицом друг к другу? Конечно, конечно. Сейчас уже очень популярной, ну не популярной, она достаточно серьезно стала теория субъект-субъектного взаимодействия, когда мы перед собой видим точно такого же субъекта. Ребенок, который имеет право на определение собственного вектора развития. Его надо услышать. К большому сожалению, вы знаете, за время развития педагогики как науки и в Советском Союзе очень много было немножко как бы изменено и не в лучшую сторону. Посредством своей научной деятельности мне пришлось пересмотреть очень много научных постулатов и первоисточников, и вот для себя я открыл однажды великую дидактику Каменского. Благодаря нашей библиотеке Гмырёва и отделу редкостной книги, там есть издание 1872 года. И когда я посмотрел принципы обучения за Каменским, я просто ошарашен вышел на улицу, стоя на Советской, смотря на прохожих и понимаю, господи, люди, я сейчас открыл то, что было закрыто много лет, почему вы как бы не радуетесь, никто не видит, что я стою с таким вот взглядом. Парадокс вам нужно было написать плакат. Да, парадокс заключался в том, вы помните, наверное, лозунг «Повторение – мать учения». Да, «Повторение – мать ученика», сколько в детстве это говорили. К большому сожалению, это перекрученный лозунг Каменского. В оригинале он звучит: повторение есть великое средство для тренировки ума. А теперь представьте себе, как бы был построен учебный процесс, если бы этот постулат действительно реализовался на практике. Не зазубривание, не как бы принятие за веру то, что написано, а вот просто это тренировка для ума, а выводы мы будем делать сами. Насколько бы изменилось как бы общество, насколько изменилась бы наука, и как бы изменилась педагогика, когда не поводырь нужен детям, слепой поводырь, который будет вести, а нужен человек, который даст возможность представить весь спектр и выбрать для себя. Вот в этом взаимодействие как бы и заключается. Виктор Леонидович, но если бы не передернули вот этот постулат, то педагогика, вы полагаете, пошла бы тогда развиваться в другом русле, и наш бы учебный процесс тоже бы был построен немножечко на другой основе? Да, альтернатива давала немножко другие векторы развития, и альтернатива осмысления поведения учителя в классе, и альтернатива поведения ученика при таком учителе имели бы абсолютно другие перспективы. Вот интересно, мы с вами подошли к такому еще одному очень важному вопросу, как категория свободы в педагогике. Есть ли она, эта свобода, в педагогике? На сегодняшний день вообще слово «свобода» актуально, и я бы сказал, что это геополитическая категория уже. Вести речь о независимости государства, вести речь о воспитании подрастающего поколения в духе действительно свободного развития, в духе интернационального равенства нужно было как бы с формирования вот этого понятия «свобода» еще со школьной скамьи. Если посмотреть нормативные документы, это как бы декларация прав ребенка и очень много как бы сейчас новая концепция воспитания, патриотического воспитания, там есть слово «свобода». Оно несколько раз упоминается в контексте и изречений, и в контексте каких-то позиций, но если проанализировать практику педагогического процесса, то эта свобода абсолютно не есть реальным фактом. Современный учитель настолько регламентирован разного рода номенклатурными распорядками, какими-то действительно документами, что на свободу изъяснения, на свободу как бы поиска не остается. У него нет уже ни сил, ни желания. Та программа, которая предложена детям, вообще не дает свободы развития. Она дает как бы четкий постулат набора правил. Это вы должны осмыслить, это вы должны выучить, это вам пригодится. Когда пригодится, ребенок не знает.
Мы немножко расходимся с психологией развития. Мы ребенку даем эту свободу, когда он маленький. Нам нужно успокоить ребенка. Мы переворачиваем ему сумку с игрушками и говорим: «Играйся». И мы получаем свободу для себя, мы занимаемся своими делами, он получает свободу для себя в выборе как бы своей игры и своих объектов. Но когда он приходит в школу, мы говорим: ты сядешь здесь, ты будешь писать так, ты будешь делать это, у тебя есть время. Хорошо, ребенок говорит, я не хочу сидеть здесь, не хочу писать, не хочу, не хочу. Все, дальше Хорошо, что? хорошо. Учитель Вы говорит: как да, все, педагог. давайте, да, давайте, хорошо, мы перестроим класс. Вы не хотите сидеть за партами? Давайте сядем на пол. Давайте переделаем урок. Вы не хотите заходить в класс, а вы хотите забежать? Забежите. Да, ну тогда получится, Виктор Леонидович, извините, бардачок А, такой, видите, как бы вот этот постулат. Вы хотите, чтобы все оставалось в тех канонах, которые были. да. Не, я не то, что хочу, но Мы учителей должны... жалко. Нет, учителей как раз не жалко. Ой, сейчас учителя Как раз слушают. учителей не Виктор жалко, Леонидович, берегитесь, выйдите после учителей... эфира. Учителей нужно приучать к тому, что они должны все-таки видоизменять деятельность. Нужно вносить изюминку в педагогический постулат наш. Вот этот мы должны видеть в первую очередь перед собой не человека, которого надо напичкать знания, а человек, с которым нужно дойти к истине. Давайте, Виктор Леонидович, встречное такое предложение вам. Вы говорите, что если ребенок не хочет сидеть за партой, значит, надо ее убрать там или еще что-то. Вы директор школы, вы сидите у себя в кабинете, вы решаете кучу проблем, потому что вы сами из семьи директоров школы, вы знаете, какая это головная боль. К вам приходят учителя, которые за свободу педагогическую говорят, что Виктор Леонидович, вот Василий Петров не хочет сидеть у окна, хочет лежать на коврике и внимать наукам лежа. А Даша Иванова хочет, попивая какао и смотря телевизор, играя в мобилку одновременно, решать задачи. Вот ваши, Я что вы понял вас. скажете? Нет, нет, конечно, или как вы? Вы Или увидели расскажите. свободу вы увидели свободу как бы в изъявлении воли каждого и в своем как бы векторе. Знаете, в чем свобода? А отдавши свободу, нужно объяснять и правила одновременно. Но нельзя сказать, что нет, мы этого не будем делать. Вот как только мы сказали нет, мы этого не будем делать, все, мы уже закончили возможность рассматривать любые свободные действия. Давайте мы пойдем на это, но взамен вы будете делать это. Вы хотите полежать? Давайте мы полежим. Но потом вам придется самим поучить то, что я вам хотел рассказать вместе. Вы хотите поиграть? Давайте мы поиграемся. Но потом вы должны будете сделать это. Вот в этом свобода выбора. Свобода выбора, не свобода действительно как бы не поведение, а свобода движения. А свобода выбора – это очень важный аспект. И учитель, и ребенок сразу же определит: ой, лучше тогда мне послушать, потому что мне же придется самому копырсаться. Мне нравится. Но все-таки поиграться в это надо. Надо попробовать. Надо попробовать, надо сделать. Я не могу сказать, что этого нет. Поверьте, у нас по Украине и по всему миру достаточно много школ, альтернативных школ, которые достаточно серьезно берут на вооружение теорию свободного воспитания. И это уже не новшество, этой теории больше 100 лет. Единственное, как мы к этому Но относимся? свободное воспитание – это идти на поводу у ребенка? Нет, нет, это предоставить возможность выбирать. Выбирать, хочешь учиться это, хочешь учиться это, выбирая как бы себе специализацию, выбирая себе направление. Ну, у нас же есть специализированная школа, у нас есть уже математического, природно-математического, то есть вот Да, есть эти все. Виктор Леонидович, но в основном этот выбор за ребенка делают родители. Вот. Выбирая, учиться ему в математическом колледже или в гуманитарном, быть ему президентом или быть ему врачом. То есть в основном выбор делают родители. Дети либо не способны сделать выбор, либо им не остается выбора сделать выбор. Им не остается выбора сделать выбор. Вы правильно сказали. Они регламентированы теми условиями, которые создало учебное заведение. Как правило, у нас стандарт. Стандарт – это только специализированные лицеи, то есть профильные учебные заведения, они действительно дают возможность для такой самореализации. В чем и перспективность этого? В чем и Вы перспективность? знаете, дело в том, что сложно сегодня молодому человеку сориентироваться на правильный выбор, потому что с одной стороны слишком много соблазнов, с другой стороны все настолько дорого стоит, даже хорошее образование настолько дорого стоит, что не каждому это по плечу. Но кто хочет учиться, тот будет учиться в любом случае.
потому что, ну, и жизнь показывает, что если человек к чему-то стремится, он, в принципе, этого обязательно будет добиваться. Виктор Леонидович, как вы полагаете, все-таки, понимаете, очень часто молодому человеку или подростку говорят, что ты хочешь, он ничего не хочет, ничего. Кроме того, чтобы сидеть, может быть, кто-то в компьютере, кто-то там играть в игры, кто-то смотреть телевизор, все. Вот вы как доктор педагогических наук, мы сейчас с вами стоим на пороге нового учебного года, лето заканчивается, все уже так уже изготавливаются на старт, и вы как педагог тоже. Вот те, которые придут в классы к подросткам. Вот как с подростками. Ну ладно, с малышней-то еще как-то там рявкнешь, еще как-то решишь ее, его свободу. А с подростком уже не рявкнешь. Да, этот вопрос тоже как бы достаточно актуален, несмотря на то, что у нас очень много учебных заведений, которые готовят педагогов. И каждого июня месяца или там как бы каждого июля месяца выпускаются толпы педагогов, группы педагогов в школу, идут, к большому сожалению, единицы. И это все сопряжено только с одной категорией взглядов и все-таки уровня подготовки. Мы сейчас говорим о, более актуально говорим сейчас о педагогическом мастерстве. Это действительно, как бы уровень и компетентности, и уровень готовности, и уровень самосознания. У нас в Украине создана Академия педагогического мастерства и обучения взрослых имени Ивана Андреевича Зизюна, директором которой я являюсь при Институте педагогического образования и образования взрослых в Киеве, Национальной академии педагогики Украины. И вот сколько мы ездим по Украине, сколько мы встречаемся с педагогами, всегда возникала одна и та же проблема. Мы знаем, чему учить. Вы покажите нам приемы, как современному ребенку это все преподнести. Вот здесь действительно и пришла на помощь вот эта режиссура педагогического действия, и мы еще раз переубедились в том, что педагогика – это искусство. Нужно это все уметь показать. Педагогическое мастерство на сегодняшний день – тот аспект, который требует поддержки и требует развития. Очень много у нас талантливых педагогов, очень много самобытных педагогов, которые каждый день решают вот эту задачу. Но мы их мало знаем, мы просто как бы видим в основном результаты их работы. То есть выходят ученики, победители олимпиад. Это остается за ширмой как бы каждодневной рутинной работы. Но то, что это проблема серьезная, и то, что эта проблема актуальная, мы переубедились уже где-то на протяжении 5 лет. К большому сожалению, сейчас я уже сказал, что нет Ивана Андреевича Зизюна, он был фундатором этой работы, он открывал эти центры по Украине, и была создана команда педагогов, научных деятелей, которые ездили и превозносили, ну, не только педмастерство как форму развития, а действительно как путь, который обеспечит, вот в этом варианте, обеспечит педагогу свободу действия. Мастерство, уверенность в себе даст действительно свободу действий, потому что тебя не будет уже ограничивать практически ничего. Ну, разве что план урока, да? Да, да, и то мы говорим конспект, а сейчас мы уже говорим и сценарий урока, может быть, режиссерский план. Мне довелось в 2012 году читать открытую лекцию в университете Мечникова в Одессе с княгиней украинской риторики Галиной Михайловной Сагач. Вот. Я выступал перед ней, там была как бы такая вот группа преподавателей, педагогов, студентов, филологи. И мне понравилась фраза, которую она сказала перед началом своей лекции. Я позволю ее процитировать, она на украинском языке звучит как бы вдачніше, влучніше. До педагогики гуканих багато, обраних мало. Это повисла, знаете, фраза как бы так вот в зале, и очень многие вот так потихоньку начали в кресло вседать, и я
понял, что некоторые люди посмотрели на себя со стороны. Ну, я вам хочу сказать, что вообще это цитата из Библии: званых много, избранных мало. Да, так что да, она применима к любой области и культуры, и науки. И это и лишний раз еще раз как бы подтверждает значимость действительно педмастерства, его фундаментальность и его практическую как бы реализованность. А на ваш взгляд, на взгляд доктора педагогических наук, чем должен владеть современный учитель, чтобы быть востребованным и интересным для своих учеников? Ну, во-первых, как бы ни было это банально, энциклопедическая грамотность. На сегодняшний день ты должен знать много. Или, по крайней мере, знать то, где находится, чтобы быстренько вытянуть и взять это использовать. Абсолютно оправданным есть высокий уровень коммуникативности. Естественно, надо обратить внимание и на тот же педагогический артистизм, потому что, ну, вот за первых 10 минут понравиться классу нужно уметь это представить. Не менее важным действительно внутренняя и внешняя техника. То есть как мы общаемся, как мы себя ведем, наше поведение, наши звуки, наши слова, наши жесты. Это все тоже комплекс. И я вот все, что я это назвал, это все включает в себя педагогическое мастерство. Это да? Все решаемо действительно в рамках этой уникальной дисциплины и уникального курса. То есть вы все-таки полагаете и настаиваете на том, что такой предмет, как педагогическое мастерство, должен быть введен в вузы педагогические? Он был введен, к большому сожалению, в 80-х годах его немножко поддержали, и потом начали исключать, неоправданно исключать. Много педвузов, которые стали классическими, просто-напросто выкинули его из учебных планов. Хотя это достаточно интересная и востребованная дисциплина. И педагоги, которые молодые выходят, малоопытные выходят действительно из учебных заведений, они все равно сталкиваются с этой проблемой. Проблемой взаимодействия в классе. Что сделать так, чтобы за 45 минут дети тебя не просто слушали, а начали у тебя учиться? Это... Виктор Линдович, как вы думаете, на сегодняшний день... Вот как складывается отношение, у каждого учителя складываются свои отношения с разными классами. Но вот если в целом охарактеризовать педагогику, отечественную педагогику сегодняшнего дня, как вы ее видите? Ну, вы знаете, у нее, во-первых, есть колоссальный фундамент. Несмотря на то, что очень много министерских проектов говорят о том, что нужно ориентироваться на европейскую педагогику, нужно брать все, что нам предоставляет Запад, безусловно, там есть наработки, хорошие наработки, достаточно прогрессивные, но и мы не лыком шиты, у нас серьезная база, у нас серьезный фундаментальный как бы подход действительно к педагогике, к воспитанию и к формированию личности. И те школы педагогические и психологические являются фундаментом. Ну вот что говорить, в 80-х годах появилось такое вот направление психопедагогика. Талызина, Леонтьев, Каптерев – это те все люди, та советская школа психологическая, которая поднимала достаточно серьезно вопрос неразделения педагогики и психологии. Но в силу определенных обстоятельств как-то это замялось, как-то это забросилось, и профессор Ливерпульского университета, перечитавший наши труды, выпускает уникальный труд «Психопедагогика». Европа вся действительно воодушевлена, такой подход колоссальный, но все фундаментальные изречение базируется на наших ученых. Представляете? Поэтому у нас база и отечественная украинская педагогика не менее разработанная. У нас достаточно много хороших работ, которые имеют поддержку уже в Европе, и они востребованы. Поэтому нам надо научиться ценить свое и принимать как бы все извне. Это здорово очень, друзья мои. Ценить свое – это самое главное. И, конечно, мы не можем не согласиться с нашим сегодняшним гостем, доктором педагогических наук Виктором Мозговым, который вот изъяснил вам свою точку зрения, но я думаю, что с ней можно согласиться. Главное все равно, что мы с вами лучшие. И это бесспорно.
Ми з вами хвилювалися, зараз не хвилюйтесь, адже є ще час для того, щоб підготуватись до 1 вересня. На все добре.